Компания Мультибор представляет. Здравствуйте. Вот до этого прочистила ножку, на топтышек был, это моя клиентка постоянная, колпачком 80-очкой. Вот она. Вот я ее прошлась. Сейчас буду шлифовать вот этим колпачком. Это уже колпачки как бы обработали одну ножку первую. Сейчас мы обрабатываем вторую, чтобы вам показать. Значит, одевается вот он вот так. Вот, одели. Сейчас это все вот как бы вот вы видите, оно цепляет. Вот оно все цепляет. Вот. Работаю я на 10 тысячах оборотах. И плюс чуть-чуть кератолика подбрызгиваю. Поэтому колпачок чем удобен, что он чистый и не забивается. Поехали. Сейчас пока на сухую. Работает быстро, мягко, клиенту комфортно. Работаем также по рисунку. Вот, смотрите, уже эффект. Сейчас я все-таки чуть-чуть кератолика добавлю. И еще разочек вам покажу. Я очень довольна этими колпачками. И перед этим мы пробовали. Две ножки обрабатывали по-разному. После вот этого колпачка ножка практически вообще не белесая. Насколько сухо сейчас у нас. Она была в отличном состоянии до того, как при вас не буду залазить во все места. Я вам просто покажу сейчас, как скользит моя салфеточка. Как я проверяю, насколько я обработала стопу, зашлифовала. Вот она. Вот она очень мягкая. Видите, салфетка падает, она даже не цепляется. Вот даже я ее вот так делаю. Очень гладко-гладко получается. Всем пока. Рекомендую вот такие вот колпачки.